Добрый день. Мы находимся на съезде патриотических сил в поддержку президента Российской Федерации. Представьтесь, пожалуйста. Уважаемые господа, товарищи, здравствуйте. Значит, я Лихарев Александр Станиславович, политолог России по прогнозированию, ветеран войск органов, руководитель отдела по работе с международными организациями партии, политической партии ветеранов России. Расскажите о вашей деятельности, чем вы занимаетесь, чего достигли и что в планах? Многого всего достиг. Деятельность у меня связана, значит, с защитой Отечества, с национальной безопасностью. Значит, ну, допустим, в общем-то, воюю на войне, на Третьей мировой, недавно получил орден от руководства стороны, от генералитета, значит, за службу России. Чего оно связано? Значит, подняли самолеты, отработали нормативы на территории сопротивления государства, значит, ну, в общем-то, победа обеспечена. То есть, в общем-то, принимаю активное свое, в общем-то, посильный вклад в Третью мировую войну, в победу. Вот так, в общем-то, у меня политическая деятельность, у меня деятельность по прогнозированию событий в Российской Федерации, в мире, на планете, значит, взаимодействие с политическими партиями, с лидером Резяповым, с лидером Зариновским, значит, ну и с другими политическими деятелями. Что у нас происходит на космических просторах? Слышала, вы этим тоже занимаетесь? Да, значит, Вера, я могу сказать, что, в общем, космические просторы у нас необъятные, пока спутники бороздят, да, просторы космического океана. Вот, но что связано, значит, первое, это и самая необходимая и главная задача для нас, для всех, это почистить, значит, наше космическое пространство, значит, околоземное космическое пространство, космический мусор, проблема, более миллиона осколков, значит. И кроме России, я считаю, это не сделает никто. Это сделает клипер, это сделают космороботы, это сделает лазерная, плазменная пушка, ну, вкратце. Секретный проект пока вот не раскрываю. Так. Что в планах у вас на ближайшее будущее? В планах на ближайшее будущее, конечно, значит, дальнейшее активное участие в защите Отечества. Должна Россия победить в Третьей мировой войне, действительно подняться, потому что по данным разведки, значит, усилия перенесены на Балканы, Америка будет, значит, там добиваться победы. Значит, ну, я думаю, мы балканцев-то наших, Югославов, поддержим, сербов, значит, не дадим ни в обиду. Вот. Ну, в общем-то, продолжаю, значит, в области национальной безопасности работать, продолжаю работать над проектами планетарного государственного, значит, масштаба и проектами национальной безопасности Российской Федерации. Работы много. Спасибо вам большое за интервью. Удачи вам, успехов, всего доброго. Счастья, с праздником, с праздником, с праздником. Спасибо.